Итак, мы просыпаемся в какой-то тюряге, по всей видимости. Или что это такое вообще? Так, мы получаем какую-то штуку. Что это такое? SCP Secure Contain Protect. Угу. Угу. Пожалуйста, помните свое назначение. Алло, что там происходит? Выпустите меня, мать вашу. Я вам что, животное или SCP какое-то сраное? Парашу здесь поставили? Он говорит, что у нас для тебя работенка нашлась. Я такой, ну ладно, господа, хорошо. Просто сопровождай. Я рекомендую не делать ничего тупого, говорит он мне. Хорошо, хорошо. Как вы понимаете, мы сейчас находимся в той самой организации SCP, и нас ведут на какую-то миссию по обезвреживанию, может быть, SCP? По исследованию какого-то объекта? Давайте пока посмотрим по сюжету, что здесь обстоит. В общем, нас посылают в камеру к SCP-173. Это самый известный SCP из всех. Скульптура, по-моему, он называется. Суть в том, что это говно, вот эта вот кукла сраная, телепортируется в тот момент, когда ее не видят. То есть, если на нее не смотрят, она телепортируется, по-моему, тебе за спину и сворачивает шею. То есть... Ну, как вы видите, здесь есть элемент моргания. Если мы будем моргать, то в этот момент мы, получается, на какую-то долю секунды не будем видеть этот объект. То есть нужно постоянно держать глаза открытыми на самом деле. Так, это двое челиков, таких же, видимо, как и я. Давайте, пацаны, пойдем. Давай заходим. Смотрим на нее. А что делать-то надо? Для чего мы вообще сюда зашли? Может посмотреть на ее папец, знатный, подгоревший. Что? Так, тихо, смотреть на нее, смотреть. Пожалуй, встану в угол. Это пиздец, надо бежать. До свидания, мистер скульптура. Ёб твою мать. Так, я пошел нахер отсюда. Пресс F5 to save. F5. Случилось какое-то говно, полная срань, тресня и понос. Я не знаю, как это охарактеризовать, но этот челик освободился, и нам, по всей видимости, нужно сваливать отсюда. Нажать, нажать. Закройте, закройте дверь. Ладно, я побежал, тихо, не оглядываемся. Он может в любой момент попасть прямо к нам. Да откройте сраную дверь, the door appears to be locked. Откройте, умоляю. Ладно, я пошел вниз, короче, пацаны. По всей видимости, нам нужно найти ключ или что-то типа того. А здесь можно как-то моргать заранее? На пробел. Хорошо. Короче, цель ясна. Цель, просто выжить в этом суровом... Ебамба! Не надо так. Это можно взять? Помимо исследования этого центра, нам будут встречаться не только скульптура, но и другие SCP, если я правильно понимаю. Это очень страшное место. Это про... Ебать! Сука! Она здесь! Она с самого начала здесь была, оказывается. Лол! Бля, не надо! Умоляю, открой! Где она? Быстрее, откройте дверь! The door appeared to lock it. Яхве, спаси меня! А, поехали. Раз, два, три. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Камера, 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 камера. Как открыть дверь? Открываем дверь. Закрываем дверь. Аккуратно, хорошо. Все, пошел нахер, тварь. Что это? Что за говно? Так, надо, наверное, я так понимаю, за собой закрывать дверь F5. Я буду каждую секунду сейвиться. О, смотрите, объект класс Евклид. Я забыл, кстати говоря.
Евклид, это же, по-моему, безопасный, да, объект? Нет, Евклид это желтый, то есть такой более-менее может нам повредить. Так, нам нужна ключ-карта, чтобы открыть эту дверь. То есть мы сейчас пока сюда не можем. Ух, ёб твою мать. О, нет, это безопасный пацик. А-ха-ха, смотрите на его улыбку. Давайте откроем, посмотрим. Безопасно. Безопасно, это хорошо. Надо почитать. Вот, тут даже написано. Don't touch, не трогать. Это единственное, что я здесь понимаю. Там кто-то орёт. Кто? Что? Мистер, вы безумные? Так, давайте возьмем бронежилет или что это? Так, нормальная тема. Газмаск, ее можно экипировать, да? The put on your gas mask. Так, это мы снимем, пока нам не нужно. Тут никто не газифицирует. Тут что-то тёлки там бегают какие-то. Алло. Го испытывать всех СЦП на себе? Наверное, это неплохая идея, я засейвлюсь тогда. Там что-то адовое происходит. Тоже нужна ключ-карта, увы, я не могу сейчас войти сюда. Ну, а запомним этот милый черепок. Так, а почему здесь открыта дверь, интересно? Опачки, у нас тут мертвый паренек, а у него нету глаза. Он просто шоколадным стал. Угу. Гонзалес Джим, его звали Гонзалес Джим. Земля тебе пухом, братишка. Что это? Водичка? Я перестал закрывать двери. Ебать. Но я так понимаю, туда идти не стоит пока что. Чекпоинт локдаун, сейвимся. Ёба! Он здесь прям был, что ли? 049 бегает за мной. Так, это здесь, да, где-то находится? О, Мишуточка! Что-то было. Это Мишутка, наверное, адовый какой-то. Так, пожалуй, я закрою дверь, идите к черту. Это дверь, все, это всего лишь дверь. Да почему везде нужны ключ-карты? Что за отстой? Это главный отстой этой игры, что везде нужны ключ-карты. И мы играем не за ученого, а за какого-то ретарда, который вообще допуска ни к одному объекту не имеет, блин. Нужно быть главой. Да, сюда мы не можем идти, да? Давайте затестим, ладно, я хочу попробовать. Напряжение, напряжение. Да, это больно. Хорошо. Опа-на, смотри-ка. Смотри-ка, я забаговал игру, и теперь я могу видеть, что это опасное место. Так, надо как-то подняться наверх. Блин, по всей видимости, нам придется идти к Блять, да откуда ты здесь появляешься, братишка? Земля тебе. И страшные звуки. До свидания. Я ее обманул, пацаны. Теперь можно сваливать. Отсюда F5. Ща. Блин. Лифт, лифт. The elevator appears to be broken. Как моя шея broken. Я открыл! Закрыть! F5, господи Иисусе! F, черт побери, 5! Так, опять ключ-карта нужна. Ты можешь пройти через ту электродичь, просто держись, пока сработает один раз. Дождись, пока сработает один раз, и пробеги быстро. Ладно, потом попробуем уже. Давайте изучать это. А, вот, как раз электродичь. Так. Истинно так, Кельтузад. Ты тут или ты тут? Ага, ты тут, да? Что это за хуйня? Ебать, нет. Мне пиздец. Тут какое-то, блядь, создание тьмы вышло. До свидания. Открываем, открываем, закрываем. Нахуй отсюда бежим. Я погрузился в болотце.
Все, я умер. Что это такое? Что это за говно? Я не буду здесь сейвиться, пожалуй. Мы попали в какое-то измерение. Не надо. А? Неужели я с первой попытки нашел выход? Меня наебали. Сука. Куда идти-то вообще? Почему у меня камера, как будто я вот так хожу? Что со мной вообще происходит? Меня перекосило, мне шею сломали. Стрёмное говно, просто стрёмное говнень. Очень стрёмная штука. Очень стрёмная. Так, тут что-то есть? Здрасте, мистер. Ебариус. Так, давайте просто уйдем отсюда. Это говно полное. А что, дверь закрыта? Типа обратно не выйти, да? Ага, спасибо. Как выбраться-то отсюда? Это просто ловушка? Присядь, реквием. Тут можно приседать! Спасибо, брозер! Ебариус, самолет летит на меня. Это Вьетнам? You are feeling faint from the amount blood you lost. Все, мне капец. Мне капец, чуваки. Что это за жар птицы летает? Achievement unlocked. No man's land. Земля не человека. Тихо. Не надо. Там анал моржа происходит. Но я нашел место! Я нашел хорошее место, чуваки! Бля, закрыть. Здесь можно закрыть? Можно? Пожалуйста, скажите, что можно. Где? Где он? Где он? Ты тут? Так, надо поискать здесь что-нибудь важное. Поможет мне. Я взял ключ-карту. Level 1 key-карт. Так. SCP-173. Мне это читать не нужно. Это для лохов. Сохранить игру. Закрываем. Страшная музыка играет. Это означает только одно. Жопный момент настает. Закрываем дверь. F5. Моргаем. Так, давайте пойдем сюда, что ли. Понятия не имею, куда я иду, как всегда, собственно, но тем не менее, может быть, мы найдем что-то полезное. Первый раз это сработало. Так, давайте попробуем. Так а почему? Дайте мне хоть что-нибудь взломать. Дедан идет за мной, Дедан. Ёбамба. Смотрите на его лицо, дедуля! Ты что, такой стрёмный, что ли? Да не, дедуля не стрёмный, он милый. Просто идет за мной и все. А его можно легко заевейдить. Оп, задоджил. Сик додж, как говорится. Наконец-то, хоть что-то. Закрыть. О, бой. Так, это мы берем. Здорово. Так, левел 2 кейкард, чуваки, черт побери.
И навигатор у нас еще появился. Это карта местности. Ну не круто ли? Не круто ли? F5, F5, F5. Я нашел какой-то новый проход и уехал на лифте. Что? Зачем я это делаю? Ведь там был черепок. Ачивки так и сыпятся. Вы не видите за моим лицом, но там есть ачивка. Покажи себя написано. Так, здесь что-то страшное будет по-любому. Синий демон! Это синий демон! Ёлки-палки. Это мой бро, это мой бро. У тебя попка будет посочнее, чем у СЦП. Что это? Ебать! Это ящерица, мутант. Неуязвимая ящерица, или как она называется? Я закрываю глаза, я боюсь. Это не неуязвимка? Да, это выглядит как... Откройте дверь, кто-нибудь! Меня тут нет, это не я, блин. Чё говоришь-то? Да не я, это не я. Нет, тут никого. Да нет, здесь говорю никого нет. Не волнуйся, все хорошо. А как тут вообще дверь-то открывается? О, секция 3, найс. Нажимаем. F5. Да, открылась дверка там. Найсец. F5. Так, пока. Удачи тебе. В твоей жизни. Я вышел обратно, что ли? Лол, это лифт. Или нет? Погоди. Или это проход в другое, в другой отсек. Давайте пойдем туда, потому что я не хочу встречаться с этой чупакаброй. Она заманивает таким образом людей. Да, я понял, я понял. Я уже это вразумил. Так. Нет, это ключ карты первого левела всего лишь. Зато стаканчик. Empty cup. Пригодится, наверное, для чего-то. Да, это другой отсек, ребят. Счастье и радость постигла нас. Ачивка рекурсив спан... Специал феноменон. Что это значит? Я попал в какой-то СЦП? В рекурсию? Да. Стаканчики оставляй. Да сейчас выберемся нормально. Не надо. Use the number case. Так. Один. Два. Вот это мне нравится. Вот это кайф. Музыку верните. Вот это кайф. Нормально, даже не страшно теперь играть. Здесь был какой-то СЦП. Да нет тут никого, чувак. Пока. Ратату. Это хорошо, это вкусное блюдо. Так. Альбинос! А меня тут нет. Все, хана.
Бля, чё? Что это было? Меня тут нет. Что это? Что это? Блять, это дед пердец, сука! Дайте пробежать! Чуть-чуть-то осталось совсем до лифта! Дайте пробежать! Лифт! Прямо, сука, дед! Ладно, может быть, мы выберемся на этот раз? Надо... Failed to load texture GFX. Только не говорите, что игра вылетела. Игра, сука, вылетела.